вас на нашей площадке. Друзья, сегодня у нас в гостях человек, которого окрестили феноменом якутского кино. Внимание на экран. Фильм режиссера Смаучки из Якутии показали на международном кинофестивале в норвежском городе Тромсё. Отзывы критиков и зрителей более чем положительные. Тем более, если помнить, что автор картины «Костер на ветру» – обычный сельский учитель. В чем же феномен Дмитрия Давыдова, снявшего фильм «Костер на ветру»? Во-первых, он не профессиональный режиссер. Он директор Чапчелганской школы Амгинского Луса. Написал сценарий, подобрал исполнителей ролей из числа односельчан, потому что именитые актеры не захотели сниматься у дебютанта. Взял кредит в 1 000 000 рублей в банке, так как спонсоры воздержались финансировать проект нетитулованного режиссера. Правда, удалось к съемкам привлечь профессиональных киношников, но с одним условием – за 2 недели надо было отснять весь материал. Казалось бы, сплошные препятствия, но несмотря ни на что, фильм вышел на якутский прокат и провалился. В череде громких премьер он остался незамеченным и не окупился. Дмитрий Давыдов готов был положить свой фильм на полку. Но тут вмешалось провидение. Человек, занимающийся продвижением якутских фильмов на внешнем рынке, положил глаз на произведение режиссера-любителя, и с тех пор «Костер на ветру» триумфально объездил полмира, завоевал престижные призы и был назван лучшей драмой 2017 года. Так рядовой для якутян фильм стал феноменом за пределами республики. Для мира нового режиссера открыл фестиваль продвижения в Омске. Там фильм Дмитрия получил награду за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль. Также автору вручили спецприз губернатора Омской области, откуда картина попала в престижный фестиваль в Пусане. А потом получила приз за лучшую драму на канадском смотре. Фильм показан в Южной Корее, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Германии, Латвии, Финляндии, Казахстане, в Норвегии. И вошло в число 33 лучших фильмов 2017 года по версии журнала Esquire. Такого головокружительного успеха от режиссера-самоучки никто не ожидал. Даже профессионалы не могут похвастаться такими достижениями. Так что на примере этого якутского феномена можно утверждать, не все то, что провалилось в местном прокате, стоит зарывать. Пути такого фильма неисповедимы и могут привести к Канну и Оскару. Как же дальше развиваться якутскому кино, на что ориентироваться и что делать с такими любителями, как Дмитрий Давыдов? Кинобум – это хорошо, но что дальше? Итак, друзья, сегодня нам предстоит поближе познакомиться с человеком, который удивил полмира и нас точно. Вам нужно будет разделиться на 2 группы. Оптимисты – те, кто считает, что якутское кино должно оставаться любительским и, может быть, народным. Пессимисты же – это те, кто считают, что от кинобума нужно переходить к профессиональному кино. Только тогда искусство будет в действительности искусством. А дилетанты в данном деле только мешают. Итак, выбираем зоны. Оптимисты справа, пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Режиссер, прославивший односельчан на весь мир. Якутский феномен, удививший киноведов. Дмитрий Давыдов! Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, расскажите о себе. Вам дается минута. Родился в Амге, живу в Амге, работаю в школе. Работал в школе и работаю в школе. Однажды решил снять фильм и снял фильм. Ну, в принципе, и все. И все, да? Угу. Хорошо. Ну что ж, перейдем к нашему блиц-интервью. И первый вопрос. В чем же ваш феномен и почему выстрелил именно ваш фильм? На 50% удача, во-первых. Во-вторых, работала сплоченная, сильная профессиональная команда во время продакшена, во время производства. И потом работали очень усердно в плане продвижения. А как вы думаете, почему фильм провалился на местном уровне? Потому что не было рекламы. Но вы же сказали, что профессионалы вроде продакшн занимались. Нет, одно дело снять фильм, а другое дело продать фильм. Uh-huh. То есть реклама играет очень многое. Uh-huh. А что про все это думают ваши земляки? В Амге фильм посмотрел каждый второй примерно. Ну, да, то есть большая половина Амге посмотрела фильм, ну и все рады. А почему фильм о вечных ценностях так затронул людей? Ну, неужели в мире такой дефицит человечности? Если говорить о каких-то важных вещах, то они будут интересны всем людям. И они будут важны, наверное, всем людям.
Почувствовали ли вы на себе такое ревностное отношение режиссеров-профессионалов? Нет. Точно? Нет. А чья оценка или похвала вообще является для вас наиболее ценной? Ну, зрителей, да. Потому что мы показывали фильм разным зрителям в разных странах, и у каждого были отношения разные. То есть, если, например, какой-то зритель что-то замечал, о чем-то указывал нам, то что там какие-то, может быть, проблемы высказывал, да. Но нам главное, мы снимаем фильм для зрителей. Ну, ни для кого не секрет, что ваш фильм, ну и вас вообще можно считать детем кинобума. То есть вы являетесь его продуктом. А что дальше? Мы сейчас работаем уже над вторым фильмом. То есть я для себя решил, то, что я буду снимать дальше. А любительское творчество вообще в целом? Если у тебя нет корочки, это не значит то, что ты любитель. Я так думаю. Ну, как вы считаете, может ли якутское кино стать прибыльным? Можно ли совместить искусство и бизнес? Оно уже прибыльное. У нас есть хорошие примеры в прошлом году, которые выходили, которые действительно были успешными и на фестивальных площадках, и были успешными в прокате. А какие у вас планы? Ну, сейчас мы заканчиваем работу над нашим вторым фильмом. То есть я сейчас о нем не буду рассказывать. То есть когда придет время, там мы уже будем давать информацию. А так, хочу снимать. Пишу сценарий, готовим съемки. Я думаю, что еще один фильм мы будем снимать осенью этого года. Итак, перед вами те, кто попытается узнать вас сегодня поближе. Среди них есть студенты АГИКИ, студенты СУФУ и студенты колледжа культуры и искусств. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают, что якутское кино должно быть народным, ну и в принципе... Им могут заниматься все, и самоучки, и профи. А слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что в кино должны работать только профессионалы. Друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Я оказался в оптимистах, потому что считаю, что когда кино зародилось, вообще не было профессионалов. И тем не менее, дальше киношкола росла. И в данный момент тоже не обязательно образование, потому что есть множество ресурсов, через которые ты можешь распространять свой фильм и донести свою мысль. Пессимисты? Кино – это такая вещь, которым должны заниматься люди, имеющие опыт, образование. Потому что мы сейчас видим на данный момент, очень много мы видим кинокартин всяких. К сожалению, не все из них успешные. И мы понимаем, что большинство вот этих вот, скажем так, не очень-ских проектов и произведений, они обусловлены тем, что ими занимались как раз-таки не профессионал своего дела. Поэтому я считаю, чтобы люди меньше тратили свое время на просмотр таких вот не очень-ских картин, нужно немножечко сократить штаб не очень-ских режиссеров. Спасибо. Хорошо. Мы становимся свидетелями того, что кино становится очень одинаковым и вгоняется в рамки. То есть, грубо говоря, штампуют вот все эти голливудские штуки, очень уже, ну, приелись. Человек, который не вогнан в эти рамки, имеет как бы даже больше возможностей показать все очень по-своему и... Ну, так, как люди еще не видели. Я не хочу, чтобы картины выходили низкого качества. То есть они должны быть сняты профессионалами, но не, ну, срежиссированы они могут быть также кем-то другим, чтобы взгляд был другой. Оптимисты? Чем больше снимают кино, тем больше качественного кино будет. А если мы запретим любителям снимать кино, то у нас вообще никакого кино не будет. Да, мне, значит, единичный случай, когда вот режиссера реально постигла удача, когда сам он говорил 50% того, что вот спонсоры, вот, и у них не находится, поэтому они берут деньги у банка, поэтому польза самих любительских режиссеров, чтобы не было таких трат и рисков. А я думаю, что киностудии, кинорежиссерством должны заниматься только те люди, которые имеют профессиональное образование. Все профессионалы когда-то были любителями. И нет такого, чтобы человек сразу стал профессионалом. Я вижу там ребят, которые до поступления в учебное заведение были любителями, и они сидят в группе пессимистов. Я этого не понимаю и думаю, такой вопрос вообще абсурдный. Пессимист, что можете ответить? Что, проиграли? Ну и что же начнем? Задавайте Дмитрию уже свои вопросы. Пессимисты?
Вы не считаете, что каждый должен заниматься своим делом? Врач считаю. Лечить, учитель учить. Почему в искусстве так много дилетантов? И люди считают, то, что у них есть таланты и то, что они могут что-то такое сделать. Поэтому очень многие идут в искусство. Почему ваш фильм вызвал наибольший интерес за рубежом и в России, нежели в Якутске? И почему здесь он не такой популярный и он не окупился? Нет, на самом деле очень много людей прямо в республике, вот я прямо сегодня даже, да, очень много людей ко мне подходило, говорило там слова благодарности. Якутский зритель посмотрел фильм и, в принципе, он, я думаю, очень хорошо оценил. Я являюсь студентом кафедры культурологии, и у нас были встречи с известным человеком в России, известным киноведом и кинокритиком, именно Кириллом Разлоговым. Один студент задал вопрос про якутскую кинематографию. Как вы видите будущее якутской кинематографии? Он сказал то, что у него есть будущее. И указал то, что он будет успешен не у себя дома, а за рубежом. Видите, это было в 2013 году. И вот спустя 3 года и наш якутский фильм стал успешным. А как вам пришла идея снять этот фильм? В Якутии снимают очень много фильмов. Очень много ребят стали сами, да, там что-то делать. И просто у меня было огромное желание тоже отойти от этой школьной тематики, от воспитательной работы и просто снять уже свой фильм, который выйдет в прокат. То есть у меня такое было желание выйти вперед. А именно сама идея как пришла? Фильм, на мой взгляд, о трех вещах, да, это совесть, честь, справедливость. Я считаю, это важные вещи. Они были важны, ну, грубо говоря, там и в советское время, да. Я думаю, они важны были в 90-е годы. И я думаю, то, что они важны и сейчас. Потому что всегда надо оставаться человеком. Вот фильм об этом. Насколько она истинная история? Может быть, это реальная история? Нет, то есть это я придумал. Но я как придумал? Я просто, возможно, я где-то читал какие-то истории, возможно, я где-то слышал и, может быть, какие-то вспоминал истории, которые происходили с соседями. И просто я это все собрал в одно, да, в одно целое. Как мне кажется, некоммерческие фильмы снимают, чтобы прославиться, да? И потом с помощью этой славы, чтобы дали снимать фильмы ради денег. Вы планируете в будущем снимать фильмы коммерческого плана? Именно с коммерческим успехом, так назовем. Вы ведь уже достаточно, ну как достаточно, уже поработали над своим именем. И теперь имя должно работать на вас. Уже спонсоры, какие-то заказы с министерства, не знаю. Комедии, ужасы, это, ну, наподобие этого, да? То есть какие-то вот такие, да? Да. Нет, я снимать не буду. Я буду снимать кино, которое мне самому интересно, и я буду снимать кино, в котором я как автор, я могу сказать свое авторское слово. Напомните, пожалуйста, ваш фильм окупился? Финансово? Часть. Ну, то есть вы готовы влезать дальше в долги, там, да? У меня не было ни связи, ни каких-то знаний, умений, чтобы как... Вот я снял фильм, что с этим фильмом делать, да? Сейчас мы уже более-менее... Вот я сам лично более-менее разбираюсь в этих вещах. Поэтому, конечно, второй фильм мы будем уже выстраивать грамотно. Были ли какие-нибудь нарекания от организаторов фестиваля по поводу качества звука или видео вашего фильма? И вообще, соответствуем ли мы мировым стандартам? Соответствуем. Замечаний не было. Будете ли вы также набирать актерский состав людей без профессионального образования, то есть как вы сняли в данном фильме, либо же связываться с людьми с профессиональным образованием? Есть у актера образование или нет, для меня абсолютно не важно. Для меня важно, сумеет ли актер сыграть эту роль. Вот мы сейчас готовим следующий фильм. Я просто ищу людей, которые могут это сыграть. Смотрю актеров, которые играют на сцене, может быть, каких-то вот... Смотрю другие фильмы других режиссеров якутских, да? Просто осматриваю материал. И ищу людей, которые вот... Ну, или вы подойти. Да. Сейчас в социальной драме, да, ну, в России именно, существует два популярных имени. Это Быков и Звягинцев. Ну, кино Звягинцева — это то, что вот на «Оскар» идет постоянно. Это «Не любовь», это «Левиафан». И в их фильмах всегда присутствует безысходность в конце. То есть у них всегда человек попадает в такую ситуацию безысходности. А вы поддерживаете эту идею, что, ну, вот, как бы, что проблема, она безысходна?
Нет, это ваше мнение, да. Я думаю, то, что они всегда своим героям дают выбор. И если взять, например, фильм «Дурак», либо фильм «Майор», «Жить», например, там у них всегда в конечном итоге они выбирают. Мне эти фильмы нравятся. Почему? Потому что они тоже говорят о людях, о том, что человек всегда должен оставаться человеком. Ну, мы знаем, что в вашем фильме главный герой в конце умирает. А это ли не безысходность? Нет. Фильм все-таки светлый, да? Мне интересно, как потом дальше будет жить, например, его новая жена, соседи, вот этот мальчик, который изменился, мать этого мальчика. То есть он изменил жизнь окружающих людей. Вот это, вот, я думаю, самое главное. Вы шли в кино планомерно и всю свою жизнь, получается. У вас есть, да, и образное мышление, и анализ. Это база всего и вся. И сейчас мы видим, вы в человек в возрасте, у вас есть жизненный опыт. Вы знаете, вы сможете отличить правду от неправды. И что-то соврать на экране для вас — это табу вообще. Это невозможно. А это для вас было очень органично от учителя прийти к режиссуре? Вот если сказать про образование, да? Звягинцев, у него тоже нет образования, кстати. Быков, по-моему, у него тоже, по-моему, нет образования, да? По-моему. То есть знаменитые режиссеры, Тарантино без образования. То есть образование это... Вот, и сейчас, кстати, московские продюсеры, они говорят, то, что вот в советское время образование было обязательно, потому что ты получал доступ к камере только после 5 лет работы ассистентом гримера какого-то, да? А сейчас любой может подойти к камере и снимать свое кино. Поэтому сейчас понятие там корочка, то, что у тебя есть диплом, и там вот махать дипломом, сейчас это уже бесполезно. И это доказывает то, что в прошлом году процентов, наверное, 70 российских дебютантов, они сняты, то есть это люди, которые просто вышли из других профессий. И основные векторы направления российского кино, они делают все-таки люди, ну, давайте вот это слово забудем, любители, да, они люди, которые, ну, без специального образования. Я объяснюсь, мы здесь сидим не потому, что мы считаем, что именно кинематографией должны заниматься люди, имеющие образование в этой сфере. Мы имеем в виду, что должен заниматься человек с опытом, профессионализм своего дела имеется в виду, не профессионализм с точки зрения образования, а профессионализм именно вот с точки зрения вот опыта и своего умения. Вот здесь должно быть. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть коммерческие фильмы, которые не востребованы, которые просто провалились. Ими занимались профессионалы. Ими занимались люди, закончившие киношколу. Ну и, к сожалению, среди них есть такие халтурщики, просто «мама, не горюй», дико извиняюсь. На самом деле, вот профессионализм, профессионал, да, слово такое, да, само слово, да, оно такое какое-то холодное, да, такое, расчет такой есть такой. Рациональность есть какая-то в слове «профессионал». Да? Прагматизм. Да, такой. Прагматизм такой есть. А в слове «любитель», от слова «любить же». А? Мне кажется, мы все профессиональные любители. Поэтому давайте любить свою профессию и делать хорошее кино, потому что в любом случае, да, вот Дмитрий снял хорошее кино, да. Мне кажется, что любое произведение, будь это книга, музыка или что угодно, искусство там, вот, если ты сделал что-то хорошее, да, просто отличное что-то, оно, это произведение, кино или там театр, или спектакль, оно само пробивает себе дорогу. Оно само найдет своего зрителя, своего читателя, свою аудиторию, получит свои награды, свое место в этой истории. Так что вот передача называется «Я молодой», да, мы все здесь молодые. И вот всем нам надо делать вот, просто от души, да, любить то, что вы делаете, и верить в это с надеждой. Вот Дмитрий верил, и все получилось. Поэтому надо верить и любить, и делать. И все. Тогда все будет. Угу. Спасибо. Ну а сейчас мы предлагаем посмотреть опрос на тему следующую. Как дальше развиваться якутскому кино? Внимание на экран. Что думаете о якутском кино? Что вам нравится, что не нравится? Ну, мне все нравится. Иди, Аркадия Новикова. В последнее время они, да, хорошо снимают. Вот детсад хорошо снимает фильмы. Нет, не смотрю, к сожалению. Нет времени. А, нет. Почему? Не нравится, да?
Мне интересно. Ну, я не смотрю якутское кино, и я ничего не могу сказать об этом. А ты не патриотичный, да? Ну, с чего вы взяли? Ну, если не смотришь свое кино. У нас же все смотрят якутское кино чисто из патриотических побуждений, чтобы поддержать местного производителя. Ну, вы не можете меня в этом обвинять. Ну, я не якут, и я не обязан смотреть данное кино. И я считаю, что вы необоснованно меня обвиняете в том, что я не патриотичный. Вообще не помнишь название фильмов, да? Нет. Якутских? А артистов? Нет, тоже не помню. Значит, ты не смотришь якутское кино? Да не, я смотрела раньше, но только сейчас не смотрю. Все фильмы нравятся якутские, почему нет? Ага. Именно не о нашей жизни, а простой. Ага. Просто якутской жизни. Например, не забугорный какой-то фильм, там, комедия, а именно вот то, что происходит с нами сейчас. Ага. Вот это интересно. Снимали большой фильм. Ну, бывший министр культуры Борисов, да? Ага. Очень, ну, про него. Ну, вот, Сахал, ну, отрывки смотрела, а так-то нет. Нет, да? Ага. Что говорят про якутское кино? Ну, я слышал рецензии, какой-то фильм тоже был, хвалили по интернету. Мой любимый жанр – это ужасы, да? Uh-huh. И почему бы не снять ужас? В якутском кино очень много ужасов. Я знаю, но как-то более специфичнее. Побольше, с эффектами, да? Да, да, да. Вот наше кино имеет перспективы развития? Может выйти на мировой уровень? Конечно. Нам не хватает, почему не можем сейчас взять и выйти? Только комедии делают, поэтому. Да? А может, серьезные же тоже делают? Серьезных мало. Да. Значит, не хватает серьезности. Ну, это же зависит от чего ты делаешь, чтобы выйти на мировой. Это же, наверное, какой-то человек все решает. Да? Я так думаю почему-то. Почему же наши не могут, например, выйти на российский? Просто вы думаете, что это кто-то не разрешает, да? А вот сейчас чего им не хватает, чтобы делать хорошее кино? Сценаристы не очень хорошие, скорее всего. Чисто профессиональных качеств не хватает, да? Да. Они учились, но они не имеют достаточно опыта, чтобы снимать хорошее кино. Спасибо за честность. Ну что ж, давайте обсудим именно эту тему. Как развивать якутское кино? На самом деле, да, действительно, якутское кино очень молодое. Сахафин недавно отмечал 25 лет. Это достаточно такой вот малый возраст для кино, да? Я человек, который занимается продвижением. Вот я хочу сказать, что как раз-таки продвижением «Костра на ветру» занималась я. И все эти вот успехи, может быть, вот упоминал молодой человек 2016 года, там, участие в Берлине, участие вот в Пусане и так далее, тоже занималась я. Я могу сказать, что якутское кино, на самом деле, просто оно стоит в начале своего пути, да, и оно имеет большие перспективы, на мой взгляд. Потому что интерес определенно есть. Интерес, потому что я сама являюсь свидетелем и встречи, разговоров, как реагировали вообще на наше кино зарубежные зрители, да. Сейчас вот период как раз, когда вот молодые энергичные пришли и начинают снимать свои истории. Тут вопрос стоит о том, что они снимают, какие темы они снимают. То есть некоторые, возможно, уходят в какое-то коммерческое направление, чтобы просто выстрелить очень удачно в прокате, да, кто-то такую цель преследует. Все же у каждого своя цель. Кто-то пытается самореализоваться таким образом, да. Но мы не можем как бы разделять понятие коммерческое там со зрительским, коммерческое с авторским кино. Тогда у нас вот как раз у якутского кино нет такого как бы времени на раздумье. У нас должно быть изначально качественное кино, да, которое понравится и зрителям, и будет успешным коммерчески, и в то же время будет успешным, скажем так, вот фестивальной жизнью, да. Вот. А как вы считаете, зацикленность якутского кино именно в использовании якутского языка не делает его ограниченным таким? Нет, это как раз таки душа, мне кажется. Если мы, например, искусственно будем выбирать язык, это же наш народной язык. Ну, есть варианты, когда дублируешь, да? Угу. Я сама считаю, что снимать надо на родном языке. Хорошо. А Дмитрий, вы как считаете? Этот вопрос мы как раз обсуждали с зрителями других стран. И они прямо говорили, что им интересно слышать якутскую речь. Поэтому, если, конечно, мы уберем это, будем снимать фильм на русском языке, да, это будет уже не то. А как вы считаете, в нашей республике есть вообще видение того, как развивать кино? Мы над этим все работаем. Даже скажу, что вот
коммерческое кино местное, да, вот, которое вот нацелено именно только на республику, будет меньше успеха иметь, если держать только этого курса, да. А те фильмы, которые будут именно ориентированы и на коммерческий успех, и на фестивальный успех, они будут даже вот в финансовом плане они будут иметь больший успех, потому что международный уровень, ну, сами знаете, это большой рынок, это больше зрителей, и такие возможности именно дают вот, фестивали, в которых участвуют фильмы. Успех якутских фильмов, я могу сказать, что он объясняется именно возросшей любопытностью к нашей родине, к Якутии. И этот показатель, он является первичным именно успеха якутского кино. Ну, конечно же, после этого идет профессионализм ваш и сценаристов, и там людей, снимающих кино. Есть еще один фактор, да? Мы сейчас обладаем такими технологиями, которые формируют визуальную культуру. В общем, да? Это вот мы с вами. И мы тоже влияем на то, что снимают режиссеры. И поэтому я считаю, что зритель тоже должен готовиться к тому, чтобы воспринимать кино, которое снимают режиссеры, профессионалы и непрофессионалы. Ваша личность в данное время, она является примером. Она как доказала, даже находясь в маленьком селе, в далекой республике, может снимать шедевры. И думаю, что эта история, она прекрасна. И тем более, можно сказать то, что в рамках именно продвижения. Как вы смотрим на это, чтобы встретиться с населением, именно жителями поселков, сел, и для них провести мастер-класс, рассказать, как это получилось? Хорошо. То есть вы готовы на это? Да. Все-таки я предлагаю уйти в сторону российского кино, от якутского к российскому. Давайте поговорим о российском кино. Давайте. Почему бы и нет. Ваш любимый российский фильм прошлого года? Я бы хотела сказать насчет фильма «Нелюбовь» режиссера Звягинцев. Ну, мне понравилось, как снято. Это все очень как есть на самом деле, но не без всяких прикрас, как есть на реально. И очень такая реакция. После просмотра фильма у меня поменялось отношение к чему-то. Я не буду говорить чему, но в общем, хорошая реакция на этот фильм. Совсем недавно я посмотрела «Движение вверх», фильм про баскетболистов. И вот мне очень нравится такого плана кино, именно когда оно снимается в России, про Россию, про российские достижения и про то, как вот именно происходит и как все такое простое и близкое нам. И когда смотришь, что сделано это реально качественно, то повышается такой патриотический дух, что вот смотришь, да, Россия — это класс, и я живу здесь, я чувствую себя частью ее, типа вот такого. Вот «Легенда 17» — то же самое, «Время первых про космонавтов». Мне вот прям очень понравилось. И вот именно для молодого поколения это, мне кажется, очень, очень классно, что можно посмотреть про какие-то достижения вот своей страны и понять, что это классно, и что Россия — это круто, и что круто, что мы здесь живем, и все такое. И что российское кино иногда реально бывает хорошее. То есть очень часто это бывает плохо, но иногда ты находишь вот такие хорошие вещи и становишься горд за родину. Я не считаю, что это фильмы про Россию, потому что эпоха СССР — это совершенно другая страна и совершенно другого склада люди, и совершенно другие социальные проблемы. Из-за этого я считаю, что это, ну, багаж, который накопили мы когда-то, и которого сейчас уже нет. И я не считаю, что это фильмы, которые сейчас вот отображают реальную ситуацию социальную. Вот. Ну, это фильм просто про то, что было и как это было здорово. Но все равно это же как бы... Да, это было, но почему мы не можем посмотреть на это, сказать, что это класс, и вернуться к тому же классному состоянию, тоже побеждать в спорте. Ну, как бы это история, да, американцы снимают про свою историю, а почему бы и нам? Да, почему бы нам не посмотреть на свои какие-то достижения и не порадоваться, что раньше все было хорошо, давайте сделаем так, чтобы и сейчас было хорошо. Кино у нас ориентировано более вот только на победу, потому что это наш менталитет такой, да? Да. И стремление к победам.
да, стремление к победе, да, это должно быть, да, это правильно на самом деле, да. Но кино должно быть свободно в мнениях и не должно быть каких-то запретов и так далее. Ну, то есть кино не должно отображать только положительный момент. Кино должно отображать реальность. Так насколько далеко можно зайти, чтобы врать? То есть для того, чтобы типа вот красота, я хочу показать, что у нас есть враг родины в команде, что там тренер такой отдает все команде, забирая у себя. Это насколько это, далеко? Это право режиссера. Да, это право режиссера. Ну, это оскорбляет прикрасить. Живых людей, которые являются. Ну, это уже личное такое. Ну, это же субъективизм. Да, да, да. Ну и давайте дадим высказаться и другим ребятам. Ребята, вот пессимисты, какой фильм вот российский вы посмотрели недавно? Хотелось бы спросить у вас, какой ваш любимый российский фильм и почему на вас? Да, за последний год, например. У меня было свое мнение, сейчас это мнение все-таки осталось, оно такое у меня четкое, да? В России все-таки надо разделять московское и региональное кино. Я это разделяю, потому что многим это не нравится, но я все-таки считаю то, что в России есть московское кино, которое вот действительно вот, да, там и Горько, да, вот эти все, да, а есть региональное кино. И я думаю то, что именно не будем говорить спасение, да, развитие российского кино, оно будет исходить из регионов. Потому что сейчас в регионах снимается очень, там появляются очень интересные авторы и снимается очень интересное кино. И пока его в интернете нет, ну, то есть вот у нас какие-то проблемы, да, у них тоже примерно проблемы схожи. То есть они не могут выйти, например, там, на российский рынок, в интернет, так далее. Но то, что в регионах действительно снимаются фильмы интереснее, чем, например, в столице, да, это факт. Вот я согласна с Дмитрием, что будущее за оригинальным кино, потому что, ну, в чем сейчас проблема, да? Все фильмы снимаются в центре, Москва или Питер, да? А сложно создать фильм, который будет интересен всей стране, потому что мы слишком далеко и мы слишком разные. Вот раньше в Советском Союзе была идеология общая, очень сильная государственная политика, да, и очень сильное прошлое, там, Великая Отечественная война, которая всех объединила. Сейчас сложно найти темы, которые всех объединят, потому что то, что там в Москве, неинтересно нам, то, что интересно нам в Якутске, неинтересно там где-нибудь в Волгограде или еще где-нибудь. Поэтому делать оригинальное кино, которое здесь, в Якутске, делать про Якутск, это гораздо интереснее, чем, ну, другое кино, да. И то же самое в других регионах. И якутское кино послужило примером и очень вдохновило другие регионы. И все об этом говорят, что якуты молодцы, вы нас вдохновили. И везде сейчас идет очень сильное движение в регионах создавать оригинальное кино. Мне кажется, Россия будет пафосно, но Россия пробуждается. Потому что кино — это душа, да? Если якутский фильм, здесь в Якутске будет 100% посещаемость, а там в Татарстане будет смотреть татарстанское кино, башкир будет смотреть башкирское кино 100%, то в сумме по всей России российское кино будет смотреть 100%. Это будет победа. То есть вы считаете, что нельзя сделать такое кино, которое будет интересно всей России? В данный момент, в сегодняшней России, без четкой государственной политики, это очень сложно, почти невозможно. А что может именно к этому привести, потому что вообще такое кино появилось? Опять же, идеология, но по опыту Советского Союза мы понимаем, что чтобы добиться таких результатов, должна быть очень жесткая идеология, и это не всегда хорошо. Тогда можно спросить, о каком развитии вообще может идти речь? Есть ли вообще желание у наших кинематографистов, у наших режиссеров снимать фильмы, которые будут нравиться и России, и за рубежом, если мы не хотим адаптироваться под другого зрителя? Вот, например, Дмитрий показывает, что главное, чтобы кино нравилось себе, то есть автору, и тогда он может понравиться всем остальным. Да, мы не спорим, если конечно. Если бы он начал изначально ориентироваться на российского зрителя, снимать на русском и еще что-то делать, и кривить душой, то, может быть, и такого успеха и не было бы. А он снимал для себя, и честно. А честное кино, искренность, она везде чувствуется. Хорошо. Дмитрий, а какой путь развития вы для себя, например, выбрали? Для кого вы будете снимать свое кино? Для зрителей. Для какого зрителя? Для местного зрителя, для зарубежного зрителя или для российского зрителя? На кого вы ориентированы? Всех, для всех. Ну, нет, у меня есть понятие зритель. Я автор, есть зритель, да, я снимаю кино для зрителя, я показываю зрителю. Мне не важно, где этот зритель живет.
Ну вот как мы увидели из видео, к сожалению, вот наш местный зритель вашу картину, к сожалению, не принял. Если бы я вначале съездил по фестивалям, а потом уже, например, в прошлом году или в этом году выпустил бы в прокат, то я думаю, у меня был бы прокат хороший. Ну и сейчас попросит Дмитрия резюмировать наше обсуждение. Ну, я, во-первых, хочу выразить вам всем благодарность за то, что слушали. У нас разговор маленько какой-то был чуть-чуть сложный. Да, я рад, что вы сегодня здесь, то, что я здесь. Смотрите якутское кино наше. Приходите, смотрите, потому что якутское кино делается для зрителя. Если не будет зрителя, не будет якутского кино. А мы постараемся, в свою очередь, снимать хорошее кино. Ну и сейчас наступил момент истины. Если оптимист поменял свою точку зрения в сторону пессимистов, он может перейти, соответственно, в их сторону. И наоборот. Переходим. Угу. Ну давайте поаплодируем ребятам перешедшим. И поинтересуемся у них, почему они перешли. Я перешел, потому что также разделяю точку с Иваном Семеновым, потому что профессионал, он не делится по точке образования. Если сравнивание идет с этой стороны, то я за оптимистов. Я все-таки считаю, что и любитель может снимать профессиональное кино, и это очень даже хорошо. Ну и давайте послушаем тех, кто остался при своем мнении. Мы все-таки считаем, что кино должен снимать человек, который умеет снимать кино. Да, еще раз повторюсь, ваша картина просто прекрасная, вы всем это доказали. Ну, согласитесь, вы бы не сняли ее, у вас бы она не получилась такой роскошной и не занимала вот эти вот места призовые на международных фестивалях без вот профессиональной команды. У вас были непрофессиональные актеры, если бы у вас и операторы были непрофессиональные, наверное, бы, скорее всего, ваша картина не добилась тех успехов, которые сейчас она имеет. Ну что ж, кто из наших участников понравился вам больше всего? Мне было интересно отвечать на все вопросы. Я вот думаю, то, что вот товарищ, который постоянно, у которого есть свое мнение, своя точка зрения. Отлично, мы приглашаем тебя подняться на подиум. Аплодисменты. Так. Как тебя зовут и где ты учишься? Я Мельников Сергей, учусь в АКИКИ, первый курс. Режиссер, постановщик культурно-массовых и досуговых мероприятий. Мы дарим большой наш постер нашего фильма. Ну что ж, отлично. Спасибо. Сейчас мы приглашаем всех сфотографироваться с нашим героем. С вами была телепрограмма «Я молодой» и ее ведущий Антон Васильев. До скорых встреч! В якутском кино очень большое будущее. Мы постараемся все-таки снимать хорошие фильмы. Смотрите якутское кино. Спасибо.